Звездный путь наш освещает, этот свет нас вдаль ведет и по ходу защищает от печали и невзгод. Но порой движение быстро, вдруг нажмешь на тормоза. За эфирья зона риска, вдруг звезда с тобой так близко, и глаза глядят в глаза. У камина разговоры, добрый вечер, добрый дом. За эфирья улиоры, обогреет вас тепло. У камина разговоры, добрый вечер, добрый дом. За эфирья ганлиора обогреет вас тепло. Здравствуйте, дорогие друзья, и вновь с вами программа «За эфирья», и я ее автор и ведущий Леора Ган. Совсем недавно, 25 октября, все прогрессивное человечество отмечало Международный день оперы, и, конечно же, не случайно у нас в гостях нынче оперная дива Лариса Титуева. Привет, моя дорогая. Привет, привет. Как приятно тебя видеть, а еще, наверное, приятнее будет слышать. Мне тоже безумно приятно находиться с тобой в обществе и в обществе моих друзей, зрителей и всех, кого я люблю. Давай мы напомним такое небольшое резюме, но совсем небольшое. Ты из Гомеля, училась там в музыкальном училище, потом в Минске заканчивала по классу рояля музыкально-педагогический институт, да, ну, который, по идее, приравнивается к консерваторию, да? Да, в общем, да. Никакого отношения к вокалу это все не имело? Нет, никакого. Но кто же... Ну, пелась петь-то всегда. Мы все, да, петь-то мы все поем, барин. Да, пелась в хорах, обязаловка такая, нужно было участвовать в хорах как студент, потом я преподавала в училище хор педагогов, но петь всегда как-то хотелось. Но это было смешно, об этом никто даже не думал, как о серьезной профессии. Поэтому, когда это так нечаянно произошло, я была нечаянно. Сама в шоке, и все были в шоке. Но это не, наверняка это было не совсем нечаянно, там за этим стоял еще какой труд. За этим стоял труд, и мне даже трудно сейчас вспомнить. Да это и продолжается. Пение – это праздник, когда ты выходишь на сцену, уже все готово. А на самом деле это пот и кровь, и разочарование очень часто. И связки. И связки, малюсенькие такие две связочки, которые здесь находятся, которые все время подвергаются каким-то разным опасностям. Кошмар. По дороге. Даже если ты не поешь, а просто говоришь, сел в автобус, прошел по улице, ветер подул, шарфика нету, и все. Так что тяжела и неказиста. Да, и тем не менее, в достаточно сознательном возрасте ты пришла к вокалу. Да. Уже в Израиле. Уже в Израиле, только благодаря тому, что я была в Израиле. Это такая идея фантастическая. Она приобрела материальную форму и стала воплощаться в жизнь. Ну, ты знаешь, я подумала, мы, конечно же, еще говорить будем, но соловья баснями, в общем-то, не очень кормят. И давай что-нибудь послушаем. Да, давайте. Мне бы хотелось вот этот номер, который сейчас мы послушаем. И посмотрим. И посмотрим, да. Это был концерт буквально перед пандемией в церкви в Нацерете. Это была комьюнити арабская. Христианских арабов, это было у них большое, они собирали деньги на очень серьезное мероприятие. И меня пригласили принимать в этом участие, потому что я, преподавая в академии в Иерусалиме... О чем мы еще обязательно, да, поговорим. У меня очень много учатся, ну, немного, но у меня есть студентки, девочки очень талантливые, арабского происхождения. И одна из них, Мария Жубран, она очень талантливая девочка, и мы вместе с ней там пели. В общем, это очень трогательный концерт, поэтому мне бы хотелось
предоставит слушателям исполнения возможности, да, по возможности. И это очень было очень волнительное мероприятие. Я очень рада, что я принимала в этом участие. Вперед! Далила. Ария Далилы из оперы «Сен-Санс». Thank you.
красиво. Спасибо, мне могу, очень приятно. Не могу не поделиться с нашими зрителями тем диалогом, который состоялся за кулисами. Я говорю: Лариса, как это красиво! На что Лариса мне так тихонечко отвечает: ну, хотя бы так бы пели все мои студенты. Ну, мне очень, я их очень всех люблю, и мне очень хочется как бы передать то, что я умею. Я много чего не умею, я продолжаю учиться, и всегда хочется еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Потому что это все не стоит на месте, всегда все развивается, все идет куда-то, все чего-то новое происходит, там, сям, такая музыка, всякая музыка. Хочется все время быть в курсе дела, в курсе событий, чтобы, ну, как-то и самой совершенствоваться, и все-таки ответственность перед студентами очень большая, конечно. И хочется, чтобы это было все так жило, все время росло, как дрожжи, росло. Поднимались. Да, вообще, конечно, Израиль удивительная страна. И ничего бы у меня не получилось, если бы я не встретила огромное количество потрясающих людей по дороге, которые мне помогали, которые меня поддерживали, которые меня учили. И первые, кто в меня верил. Я должна вспомнить Эллу Пасик, потому что она дала мне первую сцену свою в своем абонементе. И я еще тогда не сильно умела, выступала в компании таких уже серьезных музыкантов. И, в общем, с этого, можно сказать, моя концертная деятельность, с этого она и началась. Да. А потом же был какой-то удивительный, был какой-то удивительный грант, который ты получила. Да, это называется Vocal Art Institute. Вокальный артистический институт из Метрополитен. Приезжали каждое лето сюда специалисты, происходили мастер-классы. В общем-то, собственно говоря, оттуда все и началось. Я проучилась полтора года в академии в Тель-Авиве. Так как у меня уже все степени были, то я училась. Есть такой факультет, артистик диплома называется. И вот оттуда я попала на эти классы и стала получать гранты и ездить стажироваться в Метрополитен, там учиться у таких мастеров, что даже я иной раз, как называю имя, рассказываю об этом, то у меня кружится голова. Дух захватывает. Захватывает дух, сердце замирает, потому что это, можно сказать, посчастливилось прикоснуться к великому, не только вообще посмотреть руками, а научиться у них. И это стоит дорогого. Я несу это через всю свою жизнь, через все свое творчество. Я, конечно, безумно благодарна судьбе Израилю, что дал мне такую возможность, потому что это группа людей, энтузиастов, меценатов, наверное, другими словами, которые так абсолютно беззаветно, преданно, с любовью поддерживали и помогали, что это, конечно, неоценимо. Это просто неоценимо. Но популярность и такую всемирную известность тебе все-таки принесла «Русалка», насколько я знаю, да? Да, «Русалка» это была... Я уже начала немножко петь здесь, и мы поехали на мастер-класс Ренаты Скотта в Москве, группа наших ребят, и Елочка Пасик с нами ездила, организовывала это Люба Казарновская с ее мужем. И я оттуда, из Москвы, летала в Прагу на прослушивание в театр. И я полетела, и я так бы заболела, был такой холод кошмарный. И я прилетела, вышла на сцену, и я этого никогда не забуду. В зале сидел как публика, наверное, полный зал сидел. Все пришли послушать, но потом уже они меня называли жидивка-сопрано. Жидивка. Да. И они все пришли меня послушать. Я вышла, мне уже было так все равно, я была такая уставшая, кашляла. Ну, у них нет слова еврейка. И я спела, и, в общем, меня прям сразу взяли на месте, на работу. Это было как сон, я вообще не поверила, что такое в природе существует. Взяли тебя на контракт? Сразу взяли меня на «Русалку». Это очень вообще эпохально, потому что это музыка Дворжака. Они, арии из этой оперы, люди просто... Как у нас шумелка мышь, мороз, они потом русалку, арию русалки поют просто на улице в пивных барах. Но просто режиссер увидел что-то такое во мне. Русалочье. Ну, что-то такое, да. А дирижеру понравилось качество голоса. И так оно, вот так вот меня взяли. Но я приехала туда, я целый месяц сидела и занималась только чешским произношением.
То есть ты учила язык? Я училась, серьёз. Даже не сколько язык, я училась просто произносить правильно чешский язык. Угу. И в конце это, конечно, потрясающая была постановка. Такая красивая сказка, я вот вспоминаю просто за замиранием сердца. И она прошла, потом я несколько хороших лет подряд туда приезжала, раз там в 2-3 месяца на спектакль, и мы ездили в Токио, в Японию на гастроли с этой оперой. Да. А как там принимали? Потрясающе. Потрясающе. Я никому не известна еще тогда певица. И после спектакля вышла, и меня стояла очередь с программками, ждала, чтобы я расписалась. Это, конечно, это непередаваемо, непередаваемо. И вообще певец поет, работает, поет, творит, когда вот я такая певица, что мне нравится, когда выключается в зале свет, оркестр в яме и пустота. И тогда я превращаюсь в то, что я должна явить собой. Ты поёшь в космос. Да. И когда заканчивается опера, закрываются кулисы, и обычно аплодисменты, если успех, а он, как правило, успех. И не только у меня. Люди всё-таки любят, ну, как правило. И вдруг оно как, ниоткуда вырастает такой... И начинается. Как мой сын когда-то сказал моему папе, светлая ему память, дед, смотри, как на стадионе. После «Баттерфляй», когда папа еще успел застать «Баттерфляй», одну из моих «Баттерфляй», потому что это была большая роль, которую я часто делала в нашей опере, слава богу, в постановке очень популярного польского режиссера Мариуша Трилинского, и Даня Эттингер дирижировал. И вот он сказал, дед, смотри, как на стадионе. Ну, это высшая похвала в устах ребенка, конечно, конечно, мальчика. Ну, а у нас «Русалка», я так понимаю. Ну, с удовольствием. Только этот клип будет не из оперы, а в симфоническом концертном исполнении. Смотрим, слушаем. Thank you.
Как это здорово! Я вот смотрела, слушала и ловила себя на ощущении, что «А что, возможно так спеть?» А у тебя никогда не было такого ощущения? Неужели возможно так спеть? Ну, я вообще к своему пению очень требовательно отношусь. Я никогда... Я никогда не бываю довольна. То есть вот то, что мы сейчас с тобой слушали и смотрели, тебе не нравится? Ну, это окей, но там есть много чего. Чему придраться? Да. Очень много. Но финальный результат исполнения, он, в принципе, это же когда мы переслушиваем запись, начинаем анализировать в зале, это совсем другое ощущение, когда люди сидят в зале. Конечно. И я никогда не довольна. Есть великая певица такая, Беверли Силз, она одна из моих идеалов. Так вот, она в каком-то интервью сказала за свою 20, сколько-то там, большую карьеру, что она... И была довольна, может быть, 2 или 3 раза за всю свою карьеру своим пением. А все остальное это было ужасно. Прямо ужасно. Да, ужасно. Именно такое слово. Ну, я, конечно, ни в коем случае не хочу сравнивать себя с Беверли Силз, но вот так вот я, ну, наверное, тоже за всю свою карьеру. Может, 1 или 2 раза я была, могла сказать, ну, хорошо, это было окей. А так всегда я перепеваю, думаю, господи, это же можно было сделать так, или так, или сяк. Ну, в общем... Ну, не знаю, наверное, чрезмерная требовательность к себе это тоже, наверное, не совсем хорошо, но с другой стороны... Двигатель прогресса. Двигатель прогресса. Спасибо, Леора. Пожалуйста, да. Обращайся. Да. Но вот ты говорила, что всю жизнь ты шла к Катерине Измайловой. Да, это одна из таких мечт, которая, казалось, никогда в жизни не сбудется. Много лет назад, я только начинала тогда в израильской опере, Кировский театр вместе с Валерием Гергием привозили постановку Катерины Измайловой в постановке Молостовой «Светлая память, она ушла от нас». Потрясающий режиссер, замечательно. И мы пели прослушивание, и я удостоилась чести получить роль каторжницы. Ой! Бедная девочка. Да, на каторге уже, когда Катерина на каторге. И на самом деле я была так счастлива, моему счастью не было вообще ни границ, ни предела. Да. Моя Сюзанна Порецкая, потрясающая певица, красавица, женщина, моя близкая подруга, она пела сонетку. В общем, все было как бы замечательно. И я вот помню это ощущение, когда мы в повалку лежали там на каторге на земле, и Катерина пела... Я лежала, думала, господи, как это вообще возможно такое, как это возможно спеть, и какое-то счастье. Я вообще просто Шостаковича, это мой, один из самых моих любимых композиторов, я от его музыки просто и холодею, и меня в жар бросает, и в восторге, и так, и сяк. И когда мне предложили Катерину Измайлову через много лет
в этой же самой постановке. С ума сойти. В этой же самой постановке. То я подумала, что это, ну, это знак оттуда. И, пожалуй, это была одна из самых моих лучших ролей, потому что я трепетала от каждой ноты, от каждой секунды, проведенной на сцене. И постановка очень сильная, музыка очень сильная, и коллеги были потрясающие. И поэтому мне это, ну вот, глубоко в моем сердце я безумно счастлива, что мне посчастливилось, что в моем послужном списке есть Катерина Измайлова. Так мало того, что она есть в твоем послужном списке, она есть и у нас. И у нас есть возможность продемонстрировать нашим зрителям, да, нашим слушателям. Это финальная сцена перед тем, как Катерина кончает с собой. Итак, Катерина Измайлова. Thank you.
Итак, дорогие друзья, я напоминаю, это Зефирия, с вами я, автор и ведущая Леора Ган, и оперная дива Лариса Тутуева, а кроме всего прочего, кроме того, что она поет, она еще и преподает, и она доцент. Мы вот пытались сейчас найти аналог ивритскому званию. Да, ну Марцабхира, но я не ну, не доцент, знаю, скорее, это перевод. Ну это всего, в общем, да, как бы да. Если в переводе на русский язык, то это, скажем, должность такая. Да. И я понимаю, что очень тебя это дело занимает, очень ты любишь преподавание, очень любишь своих учеников. Ну, если не любить это дело, то лучше его не делать. Лучше не идти туда. Лучше не делать. Я скажу сразу, так, чтобы долго не занимать внимание, что сразу, когда меня приняли в академию на работу, это был отбор в 3 приема. Сначала беседа, потом еще одна беседа, потом я должна была дать мастер-класс. И тогда отсеивались люди, и вот нас осталось 3, я, моя коллега Ната Фрати, и вдвоем нас на самом деле взяли. И я когда сразу пришла, я не понимала, я еще тогда много еще пела, и я не понимала, как мне с этим работать. И я набросилась на это, как эмоционально, и так со всей... Первым делом, что получилось со мной, у меня потерялся голос сразу. Угу. Потому что на нервной студентов... почве? Нет, не на нервной, а на физической почве. А. Мало того, что со всеми надо разговаривать, надо всем показать. Надо показать, как неправильно, а потом показать, как правильно. А самое страшное, наверное, это показать, как да, неправильно. Да, как неправильно. И поэтому расход этих бедных, этих двух мышц, пусенички, да. Да, но с годами, когда приходит опыт, и ты понимаешь, какой приоритет, как нужно, с ними нужно тихо разговаривать. Здесь студенты не принимают такого отношения педагога, как мы привыкли. Вот так вот. С ними нужно тихо, ни в коем случае нельзя повышать голос. Они начинают плакать. Плакать? Да, обливать меня слезами, обижаются, жалуются в деканат, пишут отзывы. Ну, в общем, это сложно. Но я уже, я в академии, наверное... 9-й год. Ну, и срок. Я немножко научилась, чуть-чуть научилась. У меня большой класс, поэтому это очень сложно. Те, кто преподает пение, они меня поймут, потому что когда начинается класс, скажем, 12 человек студентов, то петь с этим очень сложно рядом. Поэтому получается, когда поется, нужно немножко остановить преподавать. Но я их так люблю, я к ним имею, ко всем, вот к каждому из них личное отношение. Они заканчивают, мы остаемся на связи, они продолжают заниматься. Многие из них уже работают, поют в опере, некоторые уехали учиться дальше. Вот одна из твоих учениц, которая была здесь, в арт-холле, получила, с ней заключили контракт в... А, Карина, в Хабаровске, Карина, да. В Хабаровске. О, да. Это в Красноярске, пардон. В Красноярске. Да. Как это называется? Это опера имени Дмитрия Хворостовского. Театр имени Хворостовского, да. И отзывы совершенно потрясающие. Да. Ну, у меня много девочек, которые закончили, которые продолжают заниматься, и они поют в опере, концерты с оркестрами. Очень талантливые девочки, я безумно ими горжусь. Я когда прихожу в зал, думаю, господи, лучше бы я сама вышла. Очень, очень волнительно. Я переживаю так ужасно всегда, что мне просто это стоит пуды здоровья. Но когда есть результат... А есть результат, то это, в общем, наслаждение практически такое, как от аплодисментов в зале. Угу. Практически такое. И, конечно, особенно когда на одной сцене со своими студентами выступаешь, в одном спектакле, вот как это было в «Катерине Измайловой», да, и как это произойдет сейчас в «Онегине», то я как бы безумно рада. Да, и в академии я сейчас, мне поручили создать, в нашей академии не было курса методики преподавания пения. И меня попросили, могу ли я, и я так, недолго думая, согласилась, конечно, это была авантюра, но вот уже двухгодичный первый курс прошел, это безумно интересно, я
столько материала переворачиваю и столько всего нового узнаю, надо сказать, что я безумно рада, что я взяла за это дело, и мне нравится передавать то, что я знаю, опираясь на ту науку, которая существует, через свою нервную систему. Я им рассказываю и прыгаю, и такое, и всякое. В общем, интересно. Уроки проходят. Ну вот ты учишь интересно. Своих студентов петь. Я сейчас не о методике говорю, а о практических, в общем-то, занятиях. 12 человек. Но они же не поют у тебя хором. Нет, они приходят один за одним. Один за одним. То есть да. Это индивидуальное занятие. Индивидуально, конечно. Один иначе никак. Иначе никак. Иначе никак. И это не только здесь, это и в Америке, и в Европе. Урок пения только один час в неделю. За час в неделю трудно научить петь, поэтому мы всегда изворачиваемся, даем дополнительное время. И концентрация за вот этот вот несчастный час, я его делю на два раза в неделю, чтобы хотя бы создавалась видимость приготовления к уроку два раза в неделю. Сложно, потому что... Дома, конечно. Это обязательное условие, они записывают свои уроки, потом по записи. Иначе, если они мне не будут помогать, ничего не произойдет. И потом, это тренировка. Это должна быть тренировка, как у спортсмена. Это нужно быть все время в форме. Потому что связки – это такие же мышцы, как все остальное, только очень маленькие. Опять же маленькие. Малюсенькие. Ты так нежно, ты так нежно о них говоришь. Маленькие. Они вот так вот делают. Воздух идет, они вот так вот делают. Как рыбы. И начинается звук. Пошел, да. Что-то у меня не делают. Не делаю, ладно. Потом с тобой поговорим на это. Да, я, может, запишусь к тебе. Да, ну, прозвучало слово «Онегин». И это значит, что мы сейчас будем говорить... Некоторое время назад прозвучало слово. А, да? Я даже не обратила. Сама же и сказала. Да. Это значит, что в новой опере израильской возобновляется постановка Евгения Онегина, которые ты, разумеется, и раньше имела непосредственное отношение, и сейчас имеешь. Да, эта постановка очень дорога мне по многим стольким причинам. Во-первых, она должна была произойти до пандемии. Мы репетировали 3 недели, вышли на сцену, целый день репетировали в костюмах, потом пришел директор оперы, где-то часов 8 вечера это было, и сказал, что он сожалеет, но все закрывается. И вот, слава богу, 28 ноября начинаются репетиции, и в конце декабря, с Божьей помощью, я очень сильно надеюсь, спектакль выйдет на сцену. Это постановка, которая уже 2 раза была, ставилась. Это наша израильская постановка. Очень красивый там сет Лисянского. Березки на сцене стоят. Потрясающе совершенно. И я в этой постановке пела несколько раз Татьяну. И, ну, в этот раз я уже Татьяну петь не буду. Татьяна Почему? Будет петь моя любимая девочка Аллочка Василевицкая, потрясающая певица. Она сегодня уже ведущая сопрано в нашем государстве. А я буду петь Ларину, потому что по временному, так сказать, как-то правильно выразиться, чтобы и себя не обидеть, и никого не обидеть. Ну, как сказать, это правильно, если сейчас я буду Ларина, а Алла будет Татьяна. То есть мы подходим к элегантному возрасту. Мы только в элегантном возрасте находимся. Я этот возраст очень люблю. Я чувствую себя в нем очень комфортно. И я как бы... мне все равно, сколько мне лет. И я даже не знаю, вот я своих друзей любимых спрашиваю, а сколько там... Я никогда не знаю, кому сколько лет, потому что мне все равно. Я смотрю человека в глаза и получаю огромное удовольствие от этого. Вот и все. Поэтому дирижировать будет наш главный дирижер Даня Сингер, с которым мы когда-то вместе начинали, вместе учились. И вот он как раз-таки первую постановку, он был вторым дирижером, первый был Ашер Фиш, тоже удивительно, а он дирижировал Онегина. И он теперь будет тоже дирижировать Онегина. Просто это получается как какой-то... Закрытие какого-то определенного этапа, да? Угу. Вот. Так что я очень взволнована этим событием. И это хорошо, что это Ларина, это правильно. Мне очень приятно. Коллеги потом потрясающие. Она была совсем молодая женщина, между прочим. Она была не просто молодая. Ей, по-моему, 30 лет не было. Ну, что-то так, да. Глубокая старуха, роде, в общем. Да. А, да.
И удивительные, потрясающие коллеги, мои любимые люди, и Дани, и все. И я просто думаю, что вместе с Академией, которую я должна буду пропускать, и потом непонятно, как возвращать. Так что я довольна, я очень рада. Ну так а что мы сейчас послушаем? Татьяну все-таки? Да, такой интересный клип, небольшой такой, где Татьяна на сцене. Это был потрясающий концерт в Байшане, где сидело какое-то много тысяч людей и три оркестра. Ва. Да. А, и Мэнди Родан, светлая ему память, дирижер, уникальный дирижер, исторический израильский дирижер. И потом плавный переход на то же письмо в этой же постановке, которая будет сейчас в опере. Евгений Онегин, Татьяна. Thank you.
Роскошно. Ну вот ты знаешь, среди тех откликов, которые идут к нам, вот мне Стас только что об этом рассказал. Кстати, Стас, наш замечательный звукорежиссер, за что ему отдельное спасибо. Да. Вот пишут, что у тебя лицо какое-то мрачное. Я что-то не заметила. Мрачное? Ну, я не знаю, я сосредоточена. Я сосредоточена, и я хочу выражать свои мысли, может быть, я немножко, но я очень добренькая и очень веселенькая. У меня на самом деле с детства сразу, сколько я себя помню, у меня здесь морщины, потому что я все время смеюсь. Ну, ты решила побыть серьезной. Ну, немножко, я как-то, да? Ну, я сосредоточена, все-таки ответственность такая. Ну, все-таки, тем не менее, серьезная часть у нас уже прошла. Да. Анонсируя эту передачу, я сказала, что наша оперная дива Лариса Тетуева будет петь сегодня не только арии, но и романсы. Как-то не все оперные певцы нормально относятся к исполнению романсов, хотя исполняют почти все. Ой, я обожаю, умираю. Я так люблю петь романсы. Просто это романс, один маленький романс – это прожитая жизнь. Mm. Ну, какую, ну, вот я так к этому отношусь. Какую жизнь мы сейчас будем проживать? Ну вот сейчас я бы хотела представить вниманию наших слушателей, ваше вниманию. Это, можно сказать, тоже романс. Это песня Астора Пьяццоллы. И не либертанго. Нет, не либертанго. Нет, не либертанго. Очень красивая музыка, потрясающая. Эта передача была записана в Вильнюсе. Спасибо замечательным музыкантам перепрограммы «7.40». Алекс Луцкий с командой. Это, да, это было 8 лет, 9 лет назад. И мне очень, я очень люблю эту песню, очень мне трогательно это, поэтому я была бы рада предоставить вашему вниманию ее. Пьяццолла, романс. Представить, не могу даже сказать гостю, потому что она представляет вот нас, Израиль, мы взяли ее с собой, и взяли, потому что она действительно выдающаяся просто певица. Это солистка новой израильской оперы Лариса Тетуева. Здравствуйте, Лариса. Астор Пьяццолла, танго, поет Лариса Тетуева, Израиль. Sombra piel, dita roquel, que me dio
Действительно очень красиво. Выбор, конечно, у тебя потрясающий. Я понимаю, что среди всего вот этого вот, что ты исполняешь, выбрать, это невероятно тяжело. Но я в жизни не поверю, что ты не сотрудничаешь с нашими израильскими, в том числе русскоязычными авторами, если говорить о поэтах. Да, ну вот мне... Есть же с кем сотрудничать. Есть с кем, слава богу, есть с кем. Столько талантливых людей, просто радуется сердце. Я очень люблю творчество Миши Машковца, Анны Леночки Кот. Конечно. Такой потрясающий тандем. И вот было... творческий вечер Леночки, и я исполняла там два романса, и получила такое огромное удовольствие. Ну, потому что романсы потрясающие. Просто я прошу прощения, я не хмурая, я улыбаюсь. Я просто простужена немножко, я должна попить водички, прошу прощения. Пей до дна. Ну, так наливайте. Да, вот, и поэтому я всегда трепещу, я всегда говорю, что романс – это отдельно, он стоит отдельно, в отдельном ряду. И в маленьком романсе нужно прожить целую жизнь зачастую. И потом люди, которые сидят в зале и слушают романс, с каждым из них должен быть роман. Если ты нет романа с людьми, которые сидят в публике. Это не романс. Это не романс, потому что каждому из них нужно... В общем, это трудно. Это угу. Я считаю, что это трудно. Что этому надо отдельно научиться. И это стоит... Имеет очень серьезное место в творчестве любого певца. Ну так давай же послушаем. Давайте с удовольствием послушаем эти замечательные романсы. Да, «Романсиада» два. И «Чёртова любовь». Начнем с «Романсиады». Медленно тот свечи разлуки вновь оживает струна. Манят романсом нежные звуки, сердце тревожит весна. Сердце на грани, кружит.
Дивный романс. Что романс тут скажешь? Потрясающе. А какие исполнители? И не только ты, Лариса, да? Музыканты. Музыканты. Какие? Миша Машковцан, Леночка Тишина, блестящая скрипачка, с которой мы дружим, и она артистка филармонического оркестра, и Лена Травинская. Потрясающе. Пианистка. Вечер был замечательный, пианистка, да. И вот так мне хочется, чтобы еще один романс прозвучал. Ну, так, чтобы в два раза не вставать. Давай сразу же, опять же, да. Миша Машковцан. Миша Машковцан, Елена Кот, «Чёртова любовь». Жалостно и властно, побереги.
что браво, то браво. Ой, аж прямо дух захватывает, так мне это нравится. Не говори. Ну и смотри, если представить себе, включив воображение, что мы сегодня записали диск, компакт-диск, уважающие себя люди, которые записывают этот диск, включают бонус-трек. Ну и, как правило, это бывает какая-то премьера. Да, вот я, вот ты сказала, а у меня сердце застучало от волнения. И правильно. Ой, вот я волнуюсь и улыбаюсь. И мой блестящий музыкант, мой очень хороший друг Саша Поволоцкий. И мой. И многих еще. Он, ну, на самом деле, блестящий скрипач. И композитор. Он замечательный композитор. Он пишет много симфонической музыки. Он написал мюзикл. В общем, он написал романс. И я... Когда услышала эту музыку, она мне безумно понравилась. Она очень талантливая музыка. И сегодня, именно потому что я нахожусь здесь, у тебя в гостях, мне бы хотелось сделать такую ну, это не своеобразно, это премьера этого романса. Только я прошу не судить меня строго, я все-таки немножко приболевшая, и это без живой музыки немножко сложно. Но аккомпанемент мы записали с потрясающим молодым музыкантом Гай Аструн, выпускник Тель-Авивской академии, блестящий пианист. У него еще есть брат-близнец Алон Аструн. И у них замечательный фортепиано-дуэт. И плюс к тому же они дети моей очень близкой с детства подруги Мариночки Аструн. Она тоже музыкант. В общем, это такой большой... А стихи написал Игорь Барах. Да. Стихи замечательные. И я хочу попросить... Я могу сделать это сидя, не вставая? Можешь. Можно? Можно? Можешь. Можно? Спасибо большое. Так, вот я сейчас немножечко отодвину стул, чтобы всё-таки ближе к микрофону. Ну что, поехали? Вперед. Вперед. Разгаданная тайна, наваждение это или волшебство? Цыганка нагадала мне случайно, что любовь несчастье сердца моего. Ай, цыганке не поверила тогда я. Мне казалось, это все сплошной обман. Но сбылось, и я любовью полыхаю. Это истинный дурман. Полюбила, полюбила, полюбила. Я не знаю, потеряла или нашла. Любовь меня внезапно заблудила. И весенний вихрем сказку унесла. Как счастье, я хочу, чтоб длился вечно этот час. Мы охвачены ее волшебной властью, и любовь зависит только лишь от нас. Полюбила, 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 и безудержно меня любовь зовет. Пусть везучая мне карта нападает. Предсказание соврет. Пусть везучая
Как же хорошо, как же здорово. Первый блин не получился комом. Боже мой, как спасибо, спасибо Саше Поволоцкому, спасибо Гаю, спасибо Игорю Бараху, спасибо вам, что мне получилось воплотить эту мечту исполнения романса в жизнь. Потому что написанная музыка, она должна жить. Она должна звучать, и хорошие стихи сердце тоже. Стучит, а еще так, отдыхай. Дорогие друзья, да, спасибо Арт-Холлу. Арт-Холлу, ты же сказала, отдыхай, я сейчас передохну. Да-да-да. Да, здесь потрясающая атмосфера. Такая, этот час прошел, что даже не обратили внимания. Час 15. Замечательно, все замечательно. Я в огромном восторге. Огромное спасибо, Леора, такая собеседница. Ну, это мы всем нам известно. Обращайтесь. Мы все знаем, да. Дорогие, и не раз. Дорогие друзья, как я и обещала, было не скучно. Скучно у нас не бывает. Это была программа «За эфирье». Я ее автор и ведущая Леора Ган. Прощаюсь с вами на неделю. Будьте здоровы. Пока-пока. Звезды путь наш освещают, этот свет нас даль ведет и походу защищает от печали и невзгод. Но порой движение быстро, вдруг нажмешь на тормоза. За эфирья зона риска, вдруг звезда с тобой так близко и глаза глядят в глаза. У камина разговоры, добрый вечер, добрый дом. За эфирье у Леоры обогреет вас тепло. У камина разговоры, добрый вечер, добрый дом. За эфирье Ган Леоры.